Британский певец Чарли Симпсон попал в книгу рекордов Гиннесса. Он дал концерт на 30-градусном морозе в самой суровой точке планеты – якутском поселке Аймекон. Длилось выступление всего 15 минут. Перед каждой песней исполнителю приходилось брать паузы, чтобы согреть руки. Но все же Симпсон справился с испытанием. После второй песни хотел все бросить. Сильно болели замерзшие пальцы, но собрался с силами и все-таки зажег. Кстати, самое трудное было настроить гитару на морозе. Зрителей на концерте собралось немного, но те, что пришли, остались довольны. В знак благодарности певца прокатили на оленях.